Вот этот человек, который идет с нами вместе, это и есть Михаил Чебанян, мой друг, товарищ, человек, которого я рад видеть в любой ситуации, будь он в дороге, будь он где-нибудь на конференции и так далее, и так далее. Спасибо, что нашел время. Ты находи пока место, откуда тебе будет удобно. Я пока скажу, что подписываться на нас можно также в Телеграме. Forklog Live, Fork Show. Там можно задавать вопросы, те, кто не знали, но мы обычно там отвечаем. Здесь, в Ютубе, можно подписаться, кинуть донаты. Ну и обязательно нужно сказать, что выпуск у нас вышел на канале «Как найти работу в крипте». Очень актуально для нашего времени, и я думаю, что те, кто этим вопросом как раз этим вопросом уже заинтересовались, обязательно посмотрите выпуск. Так, Миш, нашлось то самое место, откуда нам будет удобно? Сейчас, секунду, я от дороги отхожу. Так, супер, супер. Друзья, вопросы к Михаилу Чебанайну, основателю биржи Kuna.io, человеку, который давным-давно в комьюнити и очень хорошо понимает во всем, что происходит на данный момент не только с крипто, но и с мировым порядком, который у нас есть. Потому что, как минимум, недавно Михаил у нас выступал в Давосе. Сейчас про это как раз поговорим. Давай, еще выступал сейчас, ребят, я просто так могу быть вас слышать. Еще да. Выступал, еще и выступал на консенсусе. Да. Давай, найди место, и так, будет вот. Здорово. Да, я уже подхожу. Ты подходишь, но видео нету, ты знаешь, да? Я знаю. Я просто, чтобы вас хоть как-то слышать, выключил видео. Сейчас захожу в торговый центр, будет потише. Вот запах так оно. Травы, конечно, в Лиссабоне на каждом углу. Ну, естественно. Я еще знаю таких несколько государств, где такое подозрение, что сигареты прекратили давно курить. 100%. Может, поэтому здесь все такие прикольные и добрые. Прикольные, добрые. И чем славится Португалия и Лиссабон? Она славится криптотусовкой. Очень много проектов там. Очень многие ребята туда переезжают, потому что там более не менее вразумительные правила были, но они сейчас должны поменяться, насколько я знаю. Вроде бы как не должны поменяться, в этом фишка. Не должны? Это радует. Да, договорились. Вроде как договорились, что не будет меняться. Так, все, захожу. Будет супер место. Правила, опять же, самые супер правила сейчас в Германии, я так понял, по Европе. Ну, а вот сейчас поговорим. Давай. Ищи удобное местечко и поговорим. У нас там, вон, есть время. Так, какой-то палисадник нашел, внутренний дворик. Пойдет. Супер. Ну, Португалия вообще у нас... Она у нас ассоциируется с дворами-колодцами. Слушайте, а смотрите, как красиво. Ну, видишь? Да. И переходы, мостик. Все, я с вами, ребят, поехали. Супер. Друзья, давай начнем с того, что ты напосещался Дубай. Ты знаешь, да, что мы про конфликт вообще не говорим. Выразили свою позицию, про конфликт не говорим. А что ты за посещал... позиция? А? Что за позиция? Позиция, что нас не показывает, что журнал больше не участвует в жизни Российской Федерации. У нас такая позиция. Вопросов нет, поехали дальше. Да, значит, смотри. Скажи мне, пожалуйста, ты был вначале в Дубае, насколько я понимаю. Там тьма не было. Давно не был. Там жара сейчас. Жара и тьма народу, которые так или иначе банчат деньги для разных проектов. Камера, так, по крайней мере, мне рассказывают специалисты, что там происходит эра ICO, только она в другом немножко виде, но очень многие туда едут или просить, или требовать, или искать тех, которые готовы быстрые деньги провернуть, так назовем это. Так это или нет? Сегодня Дубай, что это такое? Подтверждаю, да, это так и есть. Ну вот прям сейчас, я не уверен, потому что оттуда все свалили, там сейчас плюс 50, невозможно. Но это Мекка с камеров однозначно, да. Есть еще вторая точка на карте, она, правда, чуть-чуть победнее, поскромнее, это Бали. Угу. И
В принципе, да, это вот две такие точки. То есть, если у тебя бизнес-модель скамерская, то надо ехать точно в Дубай, где-то там, начиная с конца сентября. Так, а Турция где? Турция, слушай, я Турцию не слышу нигде, кроме как это всевозможные обнальные вещи, всевозможные платежи на Китае и условия для русских, которые хотят сбежать из России, и больше их никуда, кроме Турции и Дубая, по сути, цивилизованные не пускают. Поэтому они там тусуются, в основном в Анталии оседают, морька как-никак, и недвиги много настроили. Угу. Ну, я тогда порадую тех, кто не в курсе. В конце года в Стамбуле пройдет первая отраслевая выставка Blockchain Metaverse Expo. Сразу же, вот ты вот это вот все... Что ты думаешь по поводу блокчейн метаверс? Это просто слова сейчас, тут просто люди как бы решили, эти слова мы давно не пользовали или пока не пользовали, пора ими воспользоваться и будем пихать их везде. Давай так, ты сколько часов в день проводишь в метавселенной сейчас? Честно, нисколько. Вот. И очень мало людей, которых я знаю, которые хоть что-то делают с метавселенными. Максимум это все заканчивается покупкой виртуальной недвиги, земли, там каких-то, не знаю, что еще они там покупают, если честно, там какие-то деньги. Ну, они покупают NFT и пытаются их туда каким-то образом присобачить. Ну, оно не все клеится, там неровно идет, но стараются. Согласен. Ну, пока что это еще настолько ранний этап у нас. Я жду, что метавселенные выстрелят, когда появятся доступные костюмы, маска, когда появятся какие-то, я не знаю, датчики, которые будут симулировать реальный мир, какие-то очки очень удобные, в которых ты не потеешь и не истекаешь потом, провода, на которые ты не наступаешь и так далее. Вот когда будет... матрица, вот этот костюм матрицы готов, вот тогда метавселенные начнут развиваться. А пока что это, ну, в том представлении, которое представляется это все на конференциях, это больше пока даже не MVP, это вот что-то pre-MVP, просто тест модели, хайп и попытка на этом заработать. Вот, но на данный момент я пока не вижу, что что-то будет. Я думаю, что знаешь, кто вылезет на этом очень хорошо? Те, у кого уже, по сути, эти метавселенные есть. Допустим, GTA 6, который выйдет. Допустим, тот же Stalker. Допустим, игры типа Fallout, Call of Duty, Warzone. То есть там, где уже отрисованы какие-то большие миры, вот они могут потихоньку превращаться. Там Red Dead Redemption 2, да, офигенная игра. Вот такие вот вещи постепенно могут превращаться в метавселенные, но опять-таки у тебя должен быть интерфейс взаимодействия. Сейчас у тебя интерфейс взаимодействия с метавселенной — это твой экран, мышка, клавиатура, либо тачскриновский твой палец. Но это фиговый интерфейс взаимодействия с метавселенной. Вот давай так по чесноку. Неинтересно, некрасиво. Ну и с другой стороны у тебя там может быть шлем, допустим. Шлемов еще очень мало, они еще неудобны, я протестировал перед войной практически все, у меня там два дома валяются, и Oculus Quest, и Quest 2, по-моему, даже. Короче, фейсбучный последний и вавовский последний. Вот, но один слабоват, другой с кабелями, на которые ты постоянно наступаешь, плюс надо вешать датчики, но это все история не для каждого, плюс стоимость их. Фейсбучный, по-моему, я купил бандл за 400 или 500 долларов, а валвовский я купил в прошлом году еще за что-то около двушки зелени. Ну, то есть это точно не масс-маркет история пока. Пока. Угу. Ну, и опять же, то, что ты говоришь, все, что связано с сенсорикой, это очень далеко от того, чего хотелось бы. Смотри, окей, то есть, ну, все равно что-то там будет происходить в том самом Стамбуле в конце года, что-то будут показывать, какие-то демо, скорее всего, как мы и говорили только что. Давай передвинемся сюда ближе к Европе. Скажи мне, пожалуйста, есть расхожее мнение, что на самом-то деле за всем стоит Давосский форум и те, кто туда приезжает, все эти пенсионеры. Ты там был, ты разговаривал, ты общался с людьми, ты вещал. Как твое впечатление?
Ты чувствуешь, что это точка влияния на весь мир, это тот самый рычаг? Или это все надуманная история как раз для людей, которые смотрят телевизор? Так, ты сейчас говоришь в целом про геополитику или про крипту? Я говорю в целом про геополитику, а потом перейду к крипте. Насколько эти люди, это уже следующий будет вопрос. Слушай, геополитика однозначно, да, это одна из точек принятия решений каких-то глобальных сходках, где обсуждаются какие-то проблемы, ну и в итоге вынашиваются там, либо уже договариваются о каких-то решениях глобальных проблем, поэтому это вообще, даже не сомневаюсь, ну просто даже по калибру, если посмотреть людей, которые там приходят, только не вот на тусовку, где мы тусовались с криптонами, да, дешманскую вот эту бесплатную, а на взрослой тусовке, куда не пускают абы кого, и если не ошибаюсь, 500 тысяч евро, или уже, по-моему, 700 тысяч евро стоит годовой тикет, если ты хочешь туда попадать. И то там по приглашению, ну, короче, там не так все просто. Вот, там однозначно, да, решения принимаются. Слушай, ну, такое количество людей, с которыми я там познакомился, ну, просто, понимаешь, даже масштабы наших вселенных пока не совпадают, поэтому нам друг другу, вот я им там про крипту рассказал, они там с квадратными глазами на меня смотрели, они мне рассказали про свои триллионные операции, которые они проводят, и ну, пока что мэтчинга нет, поэтому есть куда мне расти, а им есть куда падать. Угу. Давай про крипту. Кто те люди, которые знают про крипту? Есть ли такие там? Или это вообще просто не в то поколение? Нет смысла этому поколению что-либо пояснять и объяснять? Смотри, что касается поколения, однозначно, тех, кто 50+, нет. Они владеют компаниями, которые там фондами, венчурными, хедж-фондами, любыми типами фондов, банков. Вот они ими владеют. А вот CEO этих структур, особенно те, которые помоложе, особенно те, которые из Лондона, из Нью-Йорка, вот они умеют реально, реально хорошо колыхать. Ну вот даже возьмем ту же Луну. Это ж кто ее погубил? Фонды погубили. Ну как, не то, что погубили, они нашли уязвимость абсолютно тупую. Вот, и ей воспользовались. И сейчас мы видим, этот падает у нас. Celsius. Да, Celsius, да, то же самое происходит. Ну, как бы токен, обеспеченным шортом на самого себя, ну, такая история. Знаешь. Воздух на воздух, как это? Ну, конечно, такое? Конечно. Поэтому воздух, как мы любим. Все упасть, да, поэтому... Я храню сбережения в основном в битке и чуть-чуть в эфире, потому что там все эти истории не прокатывают. Рынок самый большой. Но пока что инноваций я каких-то таких вот не вижу, которые бы меня заставили пользоваться чем-то другим. И слава богу, что я не влез ни в какие DeFi пока, потому что было бы больно. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, ну опять же, ты как человек, который напрямую связан с биржей. Что сейчас? Мы так и заглавились, бежать из альтов, лететь в биток, доминация битка растет. Как твое мнение? Ты же пережил, как и я, 5, наверное, падений или нет? Я 5 пережил. Я не считал. Первое мое падение 13-й был, конец 13-го. 5, значит, все правильно. Ну, 5, да. Ну и что, да нормально все, смотри, улыбаюсь. Нет, так что делать? Перекладываться, не перекладываться? Те, кто не пережили ни одного. Слушай, ну это финансовый совет. Мы не значит, даем финансовых советов, мы да, даем это первое. Мнение. Это ж чисто эмоциональная штука. У меня вот жена психолог, она даже на эту тему записала ролик, может где-то зашарю. Короче, основной месседж без резких движений. Деньги любят тишину и спокойствие, поэтому... перекладывать туда, где самая большая ликвидность, там, где самые проверенные блокчейны, которые не останавливаются, как в той же Солане, да, которые нельзя зашортить против самого себя. Ну, вот такие вот вещи. Биток, он этому всему не подвержен. Эфир еще чуть-чуть покачать можно. Тем более там непонятки. Вот с майнерами Бутерин никак не примет решение, что делать. Ну, то есть там есть такие геостратегические проблемы для блокчейна. В битке пока что проблем я не вижу. Ну, поэтому я выбираю, ну, опять-таки, у меня стратегия такая, я выбираю самые безопасные и, соответственно, самые низко
волатильные и как-то low gain валюты. То есть я не лезу в какие-то там 60% в день, 60% в месяц, вот, нет, это мне все не интересно. Час, DeFi. Час, да, сори, да, таймфрейм перепутал. Да, у меня просто да. Джетлаг жуткий, поэтому час, да. Так, скажи мне, пожалуйста, хорошо, мы выбежали с той темы, давай вернемся в нее. Ты говоришь, что SEO шарит и так далее. После этого ты летишь в Штаты на самую большую криптотусовку под названием Консенсус, и там ты видишь этих же людей, или хотя бы это же поколение, или уже нет? Не-не-не-не-не, там уже все помоложе. Там взрослые люди есть, но, как правило, взрослые люди во главе фаундейшенов, допустим, там Algorand Foundation, Stellar Foundation, что там, да даже NEAR Foundation, там все взрослые дядьки, тетки такие уже туда, за 50 далеко. Но это фаундейшены, там как бы не происходит никакого мэджика, поэтому туда как раз нужна стабильность, прозрачность, понятность и так далее. Вот, а все остальное, это, конечно, ну, я бы сказал, что я там немного староват был. Да ты что? Да, молодых очень много. Ну, туда 20 лет. Наше поколение выбивает, ты видишь, что делается? Да. Слушай, я, кстати, записал видео, еще не опубликовал, поэтому будет такой тизер. Процентов 95 конфы, стендов, реально фуфел. Вот полный фуфел без... То есть ты подходишь к стенду, да? Куча слов, как правило, это вот все наши любимые. Web3, Metaverse, блокчейн. Web3, Metaverse, блокчейн. Да. Вот. Криптокиллерс. А ты спрашиваешь, а чем вы занимаетесь? И они такие, ну вот этим. Я говорю, хорошо, а конкретнее, за что я вам деньги могу заплатить? И они не могут даже сформулировать мысль, за что я им могу заплатить деньги. И таких людей там, к сожалению, очень много. Ну или, к счастью, это опять-таки возможность. Вот, но за свет там можно получить очень хорошее, это факт. Хорошо, окей. А наша любимая тема NFT, как она двигается? Да нормально, слушай, там все в NFT-шках было, но я вот общался с ребятами, мнение схожее, что это все не то применение, ради которого NFT-шки были придуманы, либо будут использоваться в будущем. Тон Вейс только что сказал, говорит... Так NFT же очень много лет. Например, билет на самолет в бумажном виде. Ну, типа того, да. Но от него толку, знаешь, что у меня есть билет этот. Вот, поэтому, конечно, попыток там напарить какие-то очередные клоны обезьян, что там у нас еще были. Камни. Камни, это я даже пропустил видео. Ну, короче, камни это первое самое. После камней были обезьяны. А, камни, сори. Я думал, ты гамни говоришь. Камни, да, камни. Да. Поэтому, ну, такое. Вот, мы там заанонсили два проекта. Вот где NFT действительно нужен. Значит, какова проблема? Сейчас, мы же без политики, поэтому я думаю, как перефразировать. Да. Я вот вижу, что ты ищешь правильные слова. Благотворительность. Да, нет, не про это. Значит, мы видим, что сейчас разрушаются музеи и культурная спадщина Украины, так? Вот, это делается, не хочу в политику, да, это просто вот давайте возьмем, происходит, не будем обсуждать, почему это происходит и зачем это целенаправленно делается. Значит, мы заанонсили проект, вот завтра делегация моя будет в Art Basel, кто не в курсе, что такое Art Basel, гугльните, это типа Давоса, только для арта. Вот, плюс-минус те же люди собираются. И, значит, мы на этой делегации будем уже договариваться с конкретными партнерами, сжать руки, пока предварительные есть договоренности. Значит, что мы будем делать? Мы будем оцифровывать все культурное наследие. То есть, допустим, вот сгорела у нас недавно деревянная церковь, которая простояла сколько? 600, по-моему, лет, да? Или 500, или 600 лет. Все, ничего не осталось от нее. Значит, мы сейчас предварительно договорились с некоторыми музеями, я не могу называть их названия, вот, у которых есть оборудование, и оно нам позволит сканировать картины, статуи, большие здания. Что еще у нас там? Ну, музыку легко оцифровать, там, давай пока что физические объекты, да, обсудим. Значит, мы их оцифруем. И после этого мы создадим на них NFT. Значит, здесь ничего вроде бы нового нет, но я объясняю, в чем фишка и в чем отличие, зачем это вообще, нужно делать. Я тебе скажу, вообще ничего нового. Я помню, в асфальтированных странах в 90-е годы все это давным-давно сделали.
Все архивы, вот. Все архивы оцифровали. Да, значит, смотри, проблема какая у этих оцифрованных архивов? И вообще, какая проблема всех архивов, которые у нас есть? Вот, допустим, ты понимаешь, какие есть у государства Украина картины, статуи, там, я не знаю, мебель, какие-то там... Ты имеешь там, в виду запасы? Вообще, вот у тебя есть какой-то реестр достоверный? Приблизительно. Если я не был в этом музее, то, соответственно, я не могу собрать вот в голове все, значит, что какую есть. Мы хотим проблему решить с NFT-шкой? То есть мало того, что мы оцифровываем, полностью делаем 3D-модель, которую в идеале потом можно было бы будущим поколениям там на 3D-принтерах отпечатать, мы еще создаем публичный реестр на блокчейне всех арт-писес, которые есть в Украине. Соответственно, если мы его оцифровали, мы его поместили на блокчейн, то потом сказать в будущем периоде, что этот объект не существовал, потому что именно такой схемой пользуются, к сожалению, чиновники. И сейчас вот откровенно, у нас же 18+, да? Конечно. Да, вот они откровенно просто пиздят, блин, картины, все подряд. Вот ну так я помню, ты помнишь эти истории, когда там в коридорах министерств находили картины? Да, вот. Наша задача все это оцифровать, запихнуть на блокчейн и потом сказать, что этого не было, невозможно. То есть у нас будет полностью цифровая копия всего, что принадлежит государству Украины, и, соответственно, потом это уже вопрос, где это находится, да? И почему оно пропало. Потому что сейчас вот как бы... Кто последний это видел? Вот, да, вот поэтому мы вот такой вот проект запустили, прозаанонсили на консенсусе. Вот, первый у нас партнер будет технологический, это NIR. Ну, по понятным причинам, потому что ребята с Украины, по крайней мере, часть команды. Сейчас мы еще будем коннектиться с Соланой, предложим им, потому что тоже украинские ребята. Вот, ну, украинский проект, соответственно, нужно подтягивать максимальное количество наших. Ну и дальше будет еще пару блокчейнов, просто для того, что если один блокчейн упал, то у нас есть еще резервная копия. Вот, в биток это все не засунешь, соответственно, нужны другие блокчейны. Вот, ну, также... тут смотря на каком лейере. Ну, давай так, надежных лейер 1, лейер 2 я пока не знаю. Еще раз говорим, мы здесь говорим про национальное достояние. То есть мы не можем рисковать выключением какого-то блокчейна или обвалом его токена и, соответственно, выключение потом блокчейна. Вот. Поэтому вот такие вещи мы будем сейчас делать на NFT. Соответственно, это полностью открытый проект. Это не какой-то частный проект, никакие NFT-шки продаваться не будет. Он будет спонсироваться сугубо донатами. Вот. Команда, собираем сейчас вот в Европе ее, и часть команды будет, естественно, на местах в Украине. Поэтому там будет Министерство культуры и, короче, не только Министерство культуры. В общем, такой большой проект. Надо успеть хотя бы что-то успеть оцифровать, пока, к сожалению... Пока можно успеть. Да, пока можно успеть, да. Как-то так. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, ты вот сейчас ты ездил. Раньше говорили обычно, что консенсус – это 80% представителей Китая, 10% представителей русскоязычного населения, а остальное все местные. Как сейчас? Ну, специфика немного. Это было все в штате Техас, столица Остин. Находится это вот в центре Техаса, то есть, по сути, это центр юг Америки. Туда добраться непросто, вот, соответственно, плюс у китайцев же там в некоторых городах до сих пор локдаун и проблемы с путешествиями, поэтому китайцы были, но не массово. Русских я видел всего лишь 3 человека, очень перепуганных, вот, украинцев было много, человек, наверное, 30, мы были очень громкие, орали «Слава Украине» везде. Вот, и учили американцев этому. Все остальное это были американцы, ну, чуть-чуть европейцев, конечно. Но это такой был более локальный все-таки ивент, вот, но собрал практически всех американцев. Вот там были все, там было Pantera Capital, там, да все, вот все, кого мы помним от основания крипты, они все там были. И причем на самом высоком уровне. Но это такой вот был криптовый Даллас. Ну тусовка, ты почувствовал, что тусовка, или ты почувствовал, что люди с реального финансового мира приходят в мир крипты? Или это криптоны, те самые, которых мы видели там в 18-м, в 17-м, в 20-м году?
Слушай, это микс. То есть были и новые, и было очень много старых, но давай так, основное. Вот нас же слушатели интересуют, где деньги. Вот я тебе скажу там, что там денег было ну просто очень много. Причем старых денег, новых денег, любых денег там было прямо вот бери лопату и открывай. Поэтому я даже... Ты взял лопату? У вас 30 человек было. Вы с лопатами хоть приехали? Слушай, ну у меня там повестка дня была все-таки гуманитарная, государственная, поэтому я там ничего про Куну не рассказывал, про наши проекты. Вот, потому что сейчас ну, не имею морального права это делать. Но юрист там поставил задачу изучить законодательство и что нужно для получения вот этих лицензий в каждом штате. Вот, поэтому я думаю, что на сайте блокчейн-ассоциации потом, может быть, что-то даже и появится. Вот, но mm-hmm. деньги здесь однозначно есть. Это, ну, в условиях надвигающегося кризиса, где-то кризис уже начался, инфляция просто космическая для американцев в Америке. Вот, поэтому, ну, сейчас задача, и плюс Украина у нас, считай, закрылась, она обеднела как минимум в два раза. Соответственно, наша задача сейчас вот криптонов, плюс еще криптозима, судя по всему, начинается, 23 биточек упал. Вот, поэтому наша задача сейчас вертеться как не в себе. Вот, но есть большой плюс. Украинский паспорт, если еще 23 февраля это был блокер и стоппер, то сейчас это вот... евреи против, после Холокоста, там, не знаю, черный после Black Lives Matter, вот, вот где-то такое отношение. То есть ты можешь вообще творить все, что ты хочешь, и тебе будут везде открывать двери. Поэтому окно возможностей... Положительном смысле, да, не забудь. Положительно, да. Я думаю, что еще и будет этот хайп продолжаться вокруг Украины максимум месяца полтора-два. Вот, потому что уже видно у всех усталость. Усталость, да, вот просто усталость от количества информации и напряга, который происходит у нас в стране. И, к сожалению, для нас это не плюс, это большой минус, потому что если перестанут помогать, то нам будет все тяжелее и тяжелее, и, соответственно, все больше людей будет гибнуть. Ну, короче, это все очень плохо. Вот, поэтому. Но эту тему задача... не касаемся. Давай вернемся к нашей да. истории. Я хотел тебя спросить два вопроса и будем закрывать. Первый вопрос. Что по поводу? А, у меня еще есть вопросы, которые тебе тут задали. Так что давай. Их я тоже задам. Скажи мне, пожалуйста, что по поводу вообще триггера, который тянет нас в эту криптозиму, по твоему мнению? Что могло им быть? И как ты видишь, это надолго, ненадолго? Без финансовых советов. Смотри, я думаю, что триггером являются как раз вот эти фонды, о которых почему-то мы мечтали в 17-18 годах и бегали и везде кричали на том же Давосе: «Ау, традиционные фонды, заметьте крипту». Да, вот они, к сожалению, заметили, и с учетом того, что для них это уже весь пройденный номер, у них настолько уже вперед ушли всякие деривативы и финансовые инструменты, которых в крипте еще нет. Соответственно, они их могут создавать, и они могут эксплойтить дырки в дизайне вот, всевозможных DeFi протоколов. И они этим активно пользуются, плюс за этого ничего не будет, то есть можно творить вообще памп и дамп какой угодно, если делать это все красиво и с существенным капиталом, а у них капитал есть, да, то есть там, ну, для этих фондов найти миллиард, два, три, десять вообще не есть вопрос. И, соответственно, они сейчас вот тудым-сюдым. Плюс второе, мы видим, что уже есть четкая корреляция между традиционным финансовым рынком и крипторынком. Вот как бы нам, криптонам, не хотелось, чтобы это был хедж от традиционной финансовой системы, сейчас это показывает, что, к сожалению, нет. Но, опять-таки, мы еще не пришли к какому-то глобальному дефолту какой-нибудь большой страны. И вот что произойдет тогда, когда начнет сыпаться доллар, евро, франк, я не знаю, что еще там может посыпаться, вот тогда мы посмотрим. Потому что вот тогда крипта может отыграть. Ну, допустим, та же Россия, она же отыграла сейчас. Я смотрю, что уже все блогеры, которые вот самые были упоротые в плане инноваций русские, они уже все говорят про крипту, потому что для них выхода другого нет, да? Замкнутая система появилась, и вот крипта там решает эти вопросы. Я думаю, что как только мы увидим первые
первое падение на национальном уровне, то крипта может отыграть. Но опять-таки, это не точно, я не знаю. Это мои догадки, мои ожидания. Нет, это твои предположения. Это предположения, да, да. Второй вопрос, который я... Тебе жалко Сальвадор или нет в этой ситуации? Что? Тебе жалко Сальвадор в этой ситуации или нет? А что мне должно быть жалко? Сальвадор. Ну, ты имеешь в виду страну или Сальвадор? Да, я имею в виду страну, которая вложилась в биток, купила битка, и сейчас у нее падение 44% от цены входа. Ну, это ж не liabilities, это просто у него активы потеряли какую-то цену. Это ж не то, что он под них взял какие-то кредиты, и теперь ему нужно где-то находить дополнительные 40% от капитала, чтобы кому-то там что-то вернуть. Нет, это просто их сбережения. Ну, ничего страшного, они подходят еще. Все отрастет. Не вижу никаких проблем. Миша Чебанян, видите, вот такой вот взгляд. Трезвый, спокойный взгляд. Упало, поднялось, надо ходлить, не надо ходлить. В общем, советов он не дает, но говорит свое личное мнение. Не, один так. Совет, это вот мой совет, да, и потому что все хотят финансовые советы. Мой совет следующий. Первое, не суетиться, потому что деньги любят тишину, а большие деньги любят большую тишину. И второе, сейчас вот самое время инвестировать не в крипту, а инвестировать в... свои софт-скиллы. Поэтому изучать что-то новое, изучать что-то пограничное с криптой, может быть, совсем новую профессию еще посмотреть. Ну, не профессию, а какие-то скиллы получить. Язык обязательно выучить. Вот это вот вещи, которые тебе дают иксы моментально, но не в пассивной крипте, которая у тебя просто лежит, а в твоих способностях зарабатывать больше этой крипты. Вот это мой основной финансовый совет, то есть учите, особенно языки, особенно новые какие-то вещи, все, что там инновационное происходит в мире, вот изучайте, и вы тогда впереди паровоза. Если вы впереди паровоза, вообще будет все равно, сколько стоит биток, вот честно вам скажу. Ну, посмотрите, у нас как раз выпуск вышел, как найти работу в крипте. Так, давай вопрос тебе. Александр Салматов, вопрос Михаилу. Как он сейчас относится к Everscale, большой ивент на Бали у них там? Скам или нет? Ну, я на этом ивенте был, пообщался с ребятами. Ну, я скамовости не заметил, по крайней мере, потому что вычистили, во-первых, всех там этих валидаторов, которых изначально приглашали, они там сливали очень много, и там были вопросы к некоторым и к их поведению. Вот, сейчас их вычистили, курируют, ну, типа как Foundation, не знаю, там, лидер мнений, да, лидер opinion. Сейчас там компания Broxus с Сергеем, но у меня к нему вопросов нет. Крайне, по-моему, порядочный парень, поэтому я не думаю, что это скам. Проблема то, что токен изначально, крипта, сори, изначально... вышла вот из какой-то постсоветской русской экосистемы, да, вот эта вот связь с Телеграмом, с большое количество валидаторов, в том числе и Форклок, валидатор до сих пор, наверное, да? Не знаю. У нас есть там вот свой представитель. Да. То есть очень много было наших. Что для глобального блокчейна всегда плохо. Нужно, чтобы был микс разбавленный. То есть чересчур китайская крипта плохо, чересчур американская это тоже плохо. То есть должен быть такой вот баланс, который репрезентативный к влиянию той или иной державы на криптовалютный рынок. Тогда да, вот эту проблему сейчас Everscale нужно будет решать, но я никому не рекомендую ни покупать, ни продавать. Я, допустим, свои токены не продаю. Просто лежат, мы валидаторы, оно там что-то копеечка падает от валидаторства. Посмотрим, сейчас точно не время что-то продавать, вот честно вам скажу. Михаил, за пост на эфире или ПОВ все-таки оставить? Смотря для каких целей. Ну, так вопрос звучит. Михаил, за пост на эфире? Вот так звучит вопрос. За пост на эфире, да? Слушай, вот мне, честно, глубоко фиолетово. Я не майнер. Меня интересует при выборе того или иного блокчейна, меня интересует надежность этого блокчейна, это первое, что меня интересует, чтобы он не выключался. Вот есть вопросы к Солане, да? Но вроде как говорят, уже починили. Посмотрим. У эфира на ранних этапах тоже были вопросы, но не к самому эфиру, а больше к там, первым DAO, которые создавались, то есть в надежности смарт-контрактов. Соответственно, вот
меня интересует надежность. Если надежность, технологичность там есть, и я уверен в этом блокчейне, тогда он мне подходит, и я, возможно, его буду применять в тех или иных проектах. Вот. А он proof of work или proof of stake, ну, это уже настолько техническая деталь, которая, ну, уже выливается из вот этих двух пунктов, которые я обозначил. Не знаю, ну, мы с Тоном придерживаемся одного мнения по этому вопросу. Они напечатали много себе копеечек, а во-первых, а во-вторых, даже во время уже игра началась, они прямо во время игры меняют правила, и это очень странное движение, очень странное. Ну, Марина... Поэтому я в битке. Вот, ну это... И Тонвейс тоже. Марина Безверхая. Ребята, а не кажется ли вам, что у нас такое же старперское отношение к DeFi, метавселенным, Web3, как у фиатников в битку? Молодняк-то в этих проектах? Возможно, но только молодняк бедный, а мы нет. А те ребята, мы бедные на фоне них, поэтому... Это как бы круговорот бабла во вселенной. То есть большинство денег находится у людей, которые постарше. Но вы много знаете студентов или школьников, или первокурсников, или даже там 25-летних, которые там безумно разбогатели на каком-то криптопроекте. Но единицы, да, а вот массово нет. Почему? Потому что на создание любого проекта тебе нужно время. Вот. Ну и, соответственно, ты растешь, ты начинаешь там, сперва делаешь все сам, потом начинаешь потихоньку набирать людей, потом ты становишься там SEO, потом ты видишь, что твои скиллы SEO недостаточно, чтобы масштабироваться, ты берешь себе одного SEO, потом этот SEO тебя дотягивает до определенной планки, ты меняешь корпоративную структуру, берешь нового. То есть тем самым ты все дальше становишься от клиентов, от технологии, но у тебя появляется системный бизнес. Поэтому это как бы и рано или поздно все системные бизнесы, они умирают, если у них не постоянно внутри не появляется молодая кровь. Ну это круговорот... Круговорот бабла в природе, знаменитый. Да, ничего с этим не поделаешь. Поэтому да, вот самые передовые разработки будут у детей, но у детей нет денег, поэтому они будут приходить к людям чуть-чуть постарше, те будут приходить еще постарше, ну и так далее. Это нормально. Коротко давай, коротко. Два вопроса по Куни. Первое, почему нет ETC на Куни? Второе, деривативы когда будут на Куни? Коротко, и мы закончили. Очень коротко. Мы сейчас в процессе миграции на новый движок. Старый движок у нас уже служит вот от создания Куни, соответственно, он уже безумно... Ты же уже был в этом процессе, он не закончился. Вот, все, финал выходим. Ну, слушай, если бы я был... Если бы у меня была возможность там с разработчиками как-то ускорять их, да, и их было бы неограниченное количество, было бы другой разговор. А пока, к сожалению, да, есть человеческий фактор, что-то получается, что-то не получается. Ну и не забываем, у меня ж не просто какая-то NFT-шка, у меня стоимость ошибки – это миллионы долларов. Просто даже десятки миллионов долларов. Не, понятно, я просто... Поэтому у нас все очень медленно, аудиты... Я просто помню, что вы уже на этапе внедрения были. Да, скоро будет, все скоро будет. А с ETC что там? ETC? Да, ETC это, я так понимаю, Ethereum Classic. Classic, да. Нафиг он нужен? Понятно. Друзья, это Миша Чебанян, ETC нафиг он нужен. Смотрим тебя, ну я смотрю как минимум. Смотрю тебя, в общем, рад, что есть эти движения. Спасибо, что делаешь то, что делаешь. Ты понимаешь, про что я говорю, и дай бог, чтобы все получалось, включая как можно скорее запустить движок. Спасибо, вот это топ. Давай, пока.